Выставка эта насчитывает около 30 работ разных лет, примерно за 10 лет здесь собраны работы. Ну, все они посвящены, как вы, наверное, уже увидели, одной теме. Это тема поисков красоты, женственности, любви, как некой объединяющей, гармонизирующей силы Вселенной. Я назвал ее, эту выставку, «Линия чувств», потому что линия для меня, как для художника, это один из основных инструментов, которым я создаю некие образы, которыми я познаю мир. 17 сентября в Магаданском драматическом и музыкальном театре прошло открытие выставки заслуженного художника России Владимира Мягкова. В экспозиции представлены десятки разных работ, созданные автором более чем за 10 лет. Многие картины были представлены на выставках и других городах России, где получили достаточно высокую оценку профессионалов и любителей искусства. Это мероприятие не смог пропустить и мэр Магадана Юрий Гришан. Он поздравил художника с открытием выставки, а также поблагодарил за вклад в развитие культурного пространства города Магадана.